нами в студии Александр Хрусталев, председатель Совета директоров НДВ Групп и Хелипорт России. Какие у вас ожидания от форума, от этой новой площадки? Мы здесь все впервые. Вот что уже вам удалось тут почувствовать? Какие впечатления у вас от всего того, что вы видели сегодня? Это то место, где бизнес, власть, в том числе и наши зарубежные партнеры, встречаются, договариваются и обсуждают, и развивают. Потому что вот уровень коммуникации, когда большой, тогда идет и прорыв в отраслях, и в направлениях, и в странах. Поэтому сильный бизнес, сильная страна. Вот надо, чтобы мы перестали строить подъезды. Мы должны строить парадные, понимаете? Мы должны строить хорошие, благоустроенные дворы с нормальной социалкой, правильной социалкой. Не просто опять построить детский садик, когда вам там указали, там должно быть 180 там, мест, а чтобы там какая-то философия, может быть, по технологии Монтессори, может быть, еще что-то, Но мы должны толкать его, потому что сейчас образование, мне кажется, будет трендом правильным. Это вот мое понятие, знаете, все, что раньше было нерентабельным, неинтересным, сейчас будет трендом. Это будет образование, это будет медицина, на которую мы сильно не обращали внимания, и это будут технологии. Но технологии не те, которые иногда, знаете, собираются много дядек и говорят, мы будем заниматься теперь IT-технологиями. Вот все, что они понимают, IT-технологии. Вот, и это модно говорить. А прорывы-то мы не делаем. Вот должны у нас появиться Стивы Джобсы, должны у нас появиться Элоны Маски. Вот, да, вот а вот чтобы они появились, вот, Александр, как вы считаете, что для этого нужно? Какое нужно взаимодействие или диалог, скажем так, между государством и предпринимателями? Вот что для этого нужно? Знаете, не поверите, скажу так, вот как это то, что хочет бизнес. Это реформу, реформу судебную. У нас нет диктатуры закона, той, которая должна быть. Защиты бизнеса, реальной защиты бизнеса, потому что на сегодняшний день, с одной стороны, идет открытость, идет месседж бизнесу «строите, развивайте», а с другой стороны, бизнес, такие бывают со стороны особенно правоохранительных органов, которые возомнили себя некими такими, знаете, как сказать, некой стороной, которая якобы на фоне защиты государства, на самом деле они мешают бизнесу развиваться, они пугают бизнес, вот это очень плохо. Вот. И вот если у нас бизнесу дадут больше воли с точки зрения возможностей и не будут мешать, у нас будет большой прорыв, потому что мы по генам, россияне, а не по генам, мы достаточно креативные. У нас заложено, мы нестандартные. И вот потенциал у нас, при том, что в нашей стране много полезных ископаемых, у нас большая территория, мы ее не используем, мы, знаете, у нас вроде бы все есть, а почему у нас ничего нету? Вот поэтому вот когда из власти, из людей, принимающих решения, берут много людей, которые являются полосами препятствий для бизнеса, вот тогда будет рывок, и он будет гиперрывок. У нас большой потенциал для этого. Понятно. Я думаю, это будет. Спасибо вам большое. Спасибо. И вот удачи вам вот в этой нише и дальнейшего развития. Спасибо. Спасибо. До свидания.